Администрация Куйбышевского района Самары в телеграм-канале рассказывает, как вести себя, если во время купания у вас начались судороги. Несмотря на установившуюся жаркую погоду, температура воды в Волге все еще остается бодрящей – 16 градусов. Для купания прохладно, но с целью закаливания такая вода – самое то. Однако, отдыхая на реках, озерах и водоемах, нужно помнить о безопасности. Судороги – это не только больно и неприятно, они могут привести к трагедии. На страничке выложена информация от МЧС России о том, что делать, если вас в воде атаковала судорога. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает о том, что глава района Роман Радюков вместе с заместителем председателя городской думы Сергеем Рязановым и депутатом Анатолием Рагимовым стали участниками встречи с жителями ОСМ-12 «Предтеченский». Вместе обсудили вопросы ремонта жилого фонда и коммуникаций, наметили пути решения. Отдельной темой для обсуждения стало развитие региона, района, а также их достижения. Председатель ОСМ, главный врач Центра медицинской профилактики Александр Муравец поделился информацией о нововведении в сфере медицины. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что подросткам с 14 лет стало проще оформить трудоустройство. Несовершеннолетним с этого возраста больше не нужно получать согласие органов опеки. Раньше это было обязательным условием. Теперь подросткам для трудоустройства достаточно письменного согласия одного из родителей. А подросткам 15 лет и старше не требуется разрешение для легкого труда. Кому по-прежнему нужно согласие органов опеки, так это сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.